Украинские и российские военные сообщают об ужесточенных боях в районе поселка Великая Новоселка на западе Донецкой области. Москва утверждает, что отразила несколько атак противника, убив более 100 бойцов ВСУ. Киев сообщает об освобождении села Сторожевое, которое находилось под российским контролем с марта прошлого года, и о пленении десятков россиян. Спочатку ворог оказал супротив. Пытался подавить нас своей артиллерией. Нам удалось переломить инициативу, взять инициативу в свои руки. И потихоньку, хата за хатой, начали звільняти село. Украинские военные рапортовали о восстановлении контроля над другими населенными пунктами в районе Великой Новоселки, в 70 километрах от Донецка. Российское министерство обороны в своих сводках не подтверждает наступление на этом и других участках фронта. Ранее Москва заявляла, что противостоит полномасштабному контрнаступлению ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о, цитата, «контрнаступательных действиях».